Казалось бы, нужно всего пару часов для себя любимой, но даже этого времени порой не хватает мамам, которые воспитывают маленьких детей. Если ребенок не один, а несколько, то, наверное, можно забыть о походах в салон красоты на долгое время. С одной стороны, малышей оставить негде, с другой – немаловажные и финансовые составляющие. Отделение помощи семье и детям города Кумертау решили сделать подарок для многодетных мам в первый день весны. Они были приглашены в парикмахерскую, расположенную в торговом центре «Иремель». Мамы получат, я думаю, много удовольствия. Да и самое главное, просто отдохнут от проблем. Потому что вот семьи, которые обратились, это многодетные мамы, у которых трое и более детей, у которых не хватает времени, к сожалению, на себя. Это мамы, у которых есть детки с ограниченными возможностями. Это малообеспеченные семьи, которые не имеют финансовой возможности прийти в салон. Вот в наше трудное время. Подарок получился оригинальным. Это еще и благодаря тому, что дети были заняты. Пока мамы наводили красоту, волонтеры движения «Белая река» провели игровую программу для ребятишек. Задача ответственная, ведь дети не знакомы, да и волонтеры видят впервые. Правда, уже за короткий период времени все подружились и веселились от души. Ребята играли в кошки-мышки, в море волнуется раз, в догонялки. После подвижных игр фойе игрового комплекса превратилось в мастерскую. Здесь дети изготавливали бумажные самолетики, ну и затем каждый смог испытать свои модели на дальность полета. Прекрасное сегодня мероприятие, да, когда на наших мам, которые вот воспитывают таких крошечных ребятишек, да, ну, у них не хватает времени, может быть, посвятить несколько минут себе, потому что вот эти дети, они их держат около себя. И задумав эту акцию, наши коллеги, они продумали то, что в этот момент, чтобы ребятишки им не мешали, а и у ребятишек получился очень чудесный часочек или два, посмотрим, как получится. Наша задача подарить детям праздник. Тем временем в салоне красоты мамы прослушали рекомендации стилистов об уходе за волосами, за кожей лица, рук. Затем каждый смог воспользоваться услугами мастеров. Делали прически, маникюр, макияж, оформляли брови. У меня трое детей. Времени на себя не хватает абсолютно. И поэтому я очень рада, что дали возможность почувствовать себя молодой девушкой, привести себя в порядок. Хорошо, чтобы выглядеть красиво. Все процедуры, конечно же, занимают не один час, а гораздо больше. Тем не менее, за это время малыши ни разу не вспомнили о родителях. После занятий с волонтерами детям была предоставлена возможность веселиться в игровом комплексе «Джунгли». Мне очень понравилось здесь. Настроение просто супер. И я еще ни разу в жизни так не веселилась. Все услуги участникам проекта предоставлены на бесплатной основе. И это еще не все. В завершение акции дети получили сладкие подарки от организаторов. Мамы – подарочные наборы от магазина. От лица коллектива магазина «Аль-Пари» хотели бы поздравить мамочек и их детишек с первым днем весны, с наступающим праздником 8 марта. И хотели бы преподнести небольшие презенты от нашего магазина, которые мы собрали своими руками. И от чистого сердца хотели бы подарить их. От участия в мероприятии все получили массу приятных впечатлений. Одни от того, что смогли поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, другие от такого чуткого внимания. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.